Новый раунд провокации со стороны косовских силовиков. Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики накануне вторглись и заняли объект на плотине газовода. Речь идет о главном источнике воды для местной ГЭС. Полиция Косово также блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на одном из КПП. Белград впервые с 99 года требует от командования миссии НАТО КФОР распределить в Косово и Метохии контингент сербской полиции и армии. Также призывает сербов, проживающих в Косово, сохранять мир и спокойствие. Ситуация в регионе начала обостряться 8 декабря. Туда на бронетехнике вошли от 200 до 300 сотрудников спецназа полиции непризнанного Косово и заблокировали Косовко-Митровицу. Каким будет ответ НАТО, пока неизвестно. Коллективный Запад кровно заинтересован в сохранении Косово как антисербского плацдарма, уверены независимые эксперты.